общем, побывали мы с вами еще и на большой тусовочке Богдана Титомира. Все только начинается, но мы, друзья, должны отправляться с вами в мир инвестиций, краудинвестинга. Поэтому увидимся с вами в будущем году. Я вам желаю самых позитивных мыслей. Выносите опыт из того, что происходит с вами, неважно, какие события идут. Окраску придаем лишь мы сами хозяева своей судьбы и хозяева событий. И, в принципе, даже и события генерируются, по сути, нашими действиями, нашими мыслями. Поэтому только позитив определяет ваше будущее. Я мыслю лишь такими форматами и рекомендую делать то же самое и вам. В плане работы и дальнейших продвижений обязательно увидите итоговое видео, на котором я подробно изложу итоги года, что произошло, что нас ждет в 2017 году и какие перспективы мы видим в развитии краудинвестинга и индустрии в целом, а также большого взаимодействия позитивного с крупными игроками рынка инвестиций и в том числе на международном уровне. Следите за нами, подписывайтесь на наш канал. Это CyMX News, с вами был Курильчик Денис и Богдан Титомир. С наступающим Новым годом! Вон, пока там Миша зевает, короче, пойдем его заснимем еще.